Или не балкон? А, нет, все правильно, балкон с видом. Так, давай попробуем там что-то на дракончика я мог напрыгать там. Или это было не здесь? Не, здесь. Вон, пойдем попробуем, что он нам расскажет. Бля, ну давайте без хуйни, парни. Во-первых, вы идете нахуй. Во-вторых, ты идешь нахуй. Сюда. Хуя себе. Да, этот мне, походу, медальон не помогает. На усиление блока. Ибо сразу трое. Блять, кого ты выделяешь? Я из виду, что ли, потерял? Вот поэтому я не ношу шлем. Так, на чем можно поменять этот ебаный медальон? Все мусор, вот все мусор. Мощными атаками я пользуюсь так, ну так, типа, да. Не знаю, для меня все мусор, как по мне. Ох, давай скорбее. Будем играть в перекач. Там я везде был. Кроме, по-моему, что я по крышам там не прыгал. О! Да, блядь, запрыгни. Туда, наверное, не имеет смысла. Вот сюда имеет смысл. Так вот непонятно нахуя. Блять, забыл флягу бафнуть. А, ну вот теперь понятно. Дуга. Да, блять, что такое? Вот спиной ко мне стоит. Это ты зря. Хотя понимаю, вид хороший. Блять, пички не хватает. Надо, блядь, что-то на урон поставить. Мелкий камешек. Так, давай посмотрим. Нахуй, скорбия. Что можно поставить на урон? Понятно, что можно стат себе поднять. Контратаки из блока. Последний атаку серии. Мощные атаки. Колющим оружием. Можно, ну, этот... последнюю атаку серии усилить. Кстати. Я не то чтобы часто ей пользуюсь. Похуй, давай. Так, это мой костер. Че, меня должен был видеть, я типа никак не реагировал. Хоть бы в дудку подудел. Быстренько стемнело, пиздец. Так и знал. Везде какие-то вот звуки такие. Топ-топ-топ-топ-топ, блять. Как будто трупы где-то ходят, блядь. Ого, 11-е. Поэтому... О! Как раз сейчас вкачаем. Давай эту. Лягу. О! Здравствуйте! My utmost thanks for bringing me to the base of the Erdtree. Here. I can govern my own movement, and thus, the accord is fulfilled. I shall depart to ascertain the purpose I was given. Farewell. I shall leave Torrent, and the power to turn runes into strength, here, with you. I wish you luck in realizing your ambition. You have fought long and hard.
I have no doubt you will become Elden Lord. May you take the throne. Молодая, я не согласен. Так, бляди. Ну, как бы, как говорится, катись нахуй, да? 5 золотых семечек. А теперь сколько надо? Максимум? У меня максимум? 14 это максимум? Вот ты ж, блядь. Ну, 15 хотя бы, блядь. Что за число 14? Ой, 160к на уровень. Где знаю снадобье, давай, вот при добавлении снадобья чаще будет врага из равновесия. Вот, типа, не работает, нихуя. А, временно повышать силу, ловкость, веру. Повышает выносливость, восстанавливает половину ока. Временно восстанавливает ОЗ. Повышает максимальное ОЗ. При добавлении снадобья временно повышает общее сопротивление, лечит недуги. Баланс, силу атак магии, огнем, молний, святых, заряженные атаки. Вот это вот неплохо. Увеличивает вес снаряжения. Уменьшает урон. Не тратить ока. Вызывает взрыв смеси. Бля, не знаю, в принципе, все и бесполезно, как бы. Силу клёво, но, блядь, 10 силы мне это ничего не дает на данном этапе. Это, в принципе, тоже не работает, если честно. Либо с моим мечом не работает, либо, в принципе, не работает. Хуй его знает, короче. Баланс. Может быть, баланс взять? Меня не так просто было с ног сбить. Сопротивляемость, лечит недуги. Ничего нет такого прям веселого, хуй его знает. Ну, попробуем баланс. Просто попробуем, как говорится. Ну да, 14 фляг, ну не знаю. Что-то как-то не очень. Я так и не понял, что тянка от нас хотела. Типа, да я буду твоей служанкой, но я не служанка, блядь. Я от тебя съебаюсь, пошел ты нахуй. Ой, его знает. Ой, здрасте. О, какие. Чё? Нет, подожди, подожди. Какой нахуй максимум? У меня еще семечко есть. Какой нахуй максимум? Подожди. А, может быть, я что-то не так прочел? Надо было этот побаться еще. Заебись. Я не это хотел, значит. Ой. Так, что происходит? А где ты? На, подожди, дай бабочку. О-о-о. Ну да, пятихатка нам нужна. Я нажимал уклонение, но ей похую. Типа. Да, он золотой семечко. Нет, значит это... О, нихуя не максимум. Я в ахуе, у меня боссы так нихуя, это как бомжи обоссанные, вот реально. Этот хуй своей вот это вот три раза, блядь, просто мне сбивает нахуй все хп. Просто в пизду говорит, иди нахуй, молодой, блядь. Чё ты там, дохуя герой, дохуя там рунда это.
Я тут, блядь, герой, а ты хуйло ебаны. Ай, блядь. А, я думал, мы с вами это друг друга поймем. Ух, бэ! Так. Давай посмотрим, что здесь. Здесь, собственно. Что за Колизей, блядь? Нет, наверное, я туда сейчас не пойду. Я подумал туда вниз сейчас. Не бать, вообще похуй. Что, блядь, стагер, не стагер. Я маленький, проворненький, а ты хуй. Вот по-другому я реально не вижу эту ситуацию, блядь. Почему вот он? Я могу понять, когда здоровенный какой-то хуй, реально ему, допустим, до тебя насрать. На твои удары 20-килограммового мяча, блядь. Ну когда вот тут эта вот дресня, блядь, не отлетает от твоих ударов, блядь. Серьезно? Типа вообще не смешно. Это суицид? Да, это суицид. Ой-ой-ой-ой! Ебать, ты слился с окружением. Бля, мне этих рун уже. Вот такой кач бешеный хватит. Не понял. Похоже на этот, блядь, на ебучий замок. Да, реально копия. Здесь типа кузнец стоит. Священный ты чили, молот. Здесь типа кузнец. Ай-яй-яй-яй, если я туда упаду, я больше не вернусь. Нам это не надо. Здесь эта проститутка сидит. Да, даже картина, блядь, такая. Руна героя. Нихуя у вас плагиат этого, блядь. Интерьеру. У пальцев закрыто. А нет, смотри, открыть. Сейчас, два пальца в факе. А? Не, нихуя. Ну, что-то как-то да. Либо то во времени как-то перенесено, потому что ну, это точно оно. Тайный меч. Что за тайный меч? А, либо это не оружие. Походу, это не оружие, это что-то важное. А, вот он, блядь, я ебаный слепой. Ага, я не могу. А, не понял. А, это вот такой меч. Это прикольно. Кстати, да, он же сквозь броню еще бьет. Неблокируемый клинок. Удлините таинственный клинок, напитав его светом. Нанесите врагу резкий размашистый удар, то так его можно заблокировать. Так. Все, тут больше точно никого, да, нихуя. Пока прыгать не будем. Ну серьезно, он настолько похожий этот. Так как-то странно. Должны были бабки здесь сидеть. Кстати, вот здесь что-то отличается.
Проклятие посева. А хотя труп тут же лежит, пиздец. Так, это ключевое. Проклятие с тела жертвы предателя отбросов. Предателем отбросов это изматывающая хворь поражает тело знамений наростами. Предатель отбросов выращивается на уровне проклятых посева. Таким образом, он не допускает души мертвых к древу Эрт. И те навеки остаются прокляты. Это одно из множества омерзительных явлений в Междуземье. Нихуя не понятно, но очень интересно. Надо поговорить бы с тем челом, что он нам расскажет по этому поводу. Который здесь же и сидит. Так, ну я, получается, могу спрыгнуть с балкона, могу спрыгнуть здесь. А я тут спрыгну, может быть, там с балкона будет что-то как-то связано. Ну вот, да. Странно, а зачем они сделали, блядь, телепорт, если можно было просто открыть эту ебучую дверь? Альберика? Кто такой Альберик? Пейзаж я, кстати, видел. Это не тот, у которого я уже забрал душ, типа. Так, тут закрыто, да? А нет, ты смотри. Так куда, блядь? Рычаг есть. Нет, подожди, я там хотел еще зайти в этот. Там дальше можно было пройти. Сейчас вот я дальше пройду, выйду и посмотрю, где я здесь. Может быть, здесь тоже можно какой-то шорткатик открыть. А, это получается главная площадь, да? Или нет? По-моему, нихуя. А, это под ногами у дракона. Так, это открыть нельзя. Так, ладно, давай здесь пройдемся. Там я забрал... Можно выключить фонарик. Ну да, здесь я был. Хорошо, это хорошо. Теперь я знаю, где я. Ай-яй-яй-яй. Так, а как я туда... Как я... А, вот так я зашел туда. Здесь мне надо куда-то. Здесь сидит хуйсосик. Ну не, мне здесь пока не надо сюда. Пойдем обратно. Давай развалим тех челиков, которые там в углу стояли в конце. Вот этих вот, да. Бля, его лучник прикрывает. Если там у меня сквозь броню такой ебал. Наверное, сквозь щит. Прикольно. Ебанись! Каменная печь, но это походу этот, блять. Амулет ебаный. Для болитов. Не хочешь спуститься, Додик? Это ты зря.
Да, ебать, последняя атака, кайф. А это я вон в этой вот хуйне мог пройтись там. Оп. Смотри-ка, блять. Оп, найс. Нахуй не нужно, вот интересно. Знаешь, там понаходил всяких этих, может быть, что-то полезное могу теперь скрафтить. Ну, по идее, здесь все. Да, вот можно пойти теперь в этот вот проход, посмотреть, что там. Да посмотрим, может, мне правда что-то полезное есть. Обморожение. Стимулирующий, замедляет. А, накопление сна. Помой, 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 помой. Помой. Одни помои. Ну, смазку можно делать, единственное, что. Я и не пользуюсь, но можно, типа. Это да. И то есть, единственное, будет она работать на мой блядский меч? Ну, кстати, да, смазку можно. У меня дохера ингредиентов. В принципе, можно и делать смазку. Опять же, пол игры прошел, нахуй. И нахуй смазки, блядь. Так, а куда мне? Я, да, я вот сюда хотел сейчас сходить. Молитослов двух пальцев. Черный ключ болт. Ты что тут делаешь, блядь? Как тебя-то не достало? И все? ГГ? Ну то, наверное, мы черепашке отдадим молитослов. Молитослов. Первый раз слышу об такой хуйне. Впрочем, я не огорчен. Так, тут есть кровь. А, понятно. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ой-ой-ой-ой. Вроде получилось. Ну, бля, чуть-чуть осталось, ты ебаный урод. Ну да, вроде просто атаку надо спамить. Ну дай третью атаку сделаю. Понимаю, блядь. Блин, а я не могу, блядь, уклониться, пиздец. Пиздец, конечно, да, их перетанковывать. Них можно, конечно, уклониться, но, блядь, это душно. Стоишь, ждешь, пока она накастует свое говно. Тут основная проблема — это духота, ебаная. Штормового ястреба. О! А это, честно, не то? Где мы убивали этого даунинка? Блин, проверим. Потому что я помню, там был такой здоровенный лифт. Где мы этого... великана этого ебучего, короче, убивали, голема. Ну да-да-да, вот идет статуи.
Да, это кажется оно. Только нахуя? Вот в чем вопрос. А внизу что-нибудь есть? Нет, там нихуя не. Может быть, это место важно чем-то. Там телепорт был, но он был неактивен. Точно. Костер здесь есть, да. Ага. Теперь активен. Пойдем бахнем. Куда нас тэпнет, интересно. О, башня. Ёбаный в рот, ты где? Да, тебя я в теории даже не видел. Изолированная башня. Не поддается. Не сейчас. Видимо, какой-то... Это не того, видимо, босса, которого я захуярил. Хуёво. Чё я могу сказать, блядь? Так, а как же мне... Божественный мост. Давай на божественный мост, наверное. А где же высрать тогда этот, блядь? Получается, руну этого. Ну, вернее, как бафнуть руну-то вот, чувака, которого у меня есть? Я Рикардо этого бафнул руну. А еще у меня там руна есть. Вот, Мог. А, возможно, Мог считался боссом задолго, вернее, после всех долбоебов. Я его слишком неправильно ебнул, наверное. Хотя он обсос был. Ой-ой-ой, давай не будем. Бабочка считается охуительным ресурсом. А, тут нихуя и нет. Тут больше нихуя и нету. Так, как бы мне так от вас... А, я могу отсюда слинять. Западный креплю на поместье. Первый этаж. Давай попробуем сюда бахнуть. Я понял, где я. Бля, пиздец. Я не помню. А, да, я мог там дальше пройти, но я не стал. Западный бастион столицы. Ебанись тут, конечно, да. О, подожди, это кто? А, портной? А что ты тут делаешь? Подожди. Мистер портной. Что вы тут делаете? Ага. Bok, the seamster, at your service, master. Ready to make adjustments to your garments. Кого его? Master, did you see it? The earth tree. I don't really have the words for this, but I was so dazzled. I felt something stir in my breast. The earth tree is waiting for you, master. I know it, I do. I feel it in my bones. Это что такое, блядь? От остроконечной шляпы остались какие-то, блядь, я не знаю, что это даже. Окей. Please. Окей. Теперь этот чел здесь. Больше никто не появился, кстати. Это чел на своем месте, ага, вот она, эта башня получается. А в принципе и похуй, блядь, появился там кто-то или нет. Ну здесь вот я был. Как понять, блядь? Угу. Так, вот там-то я не был, кстати. О, да. Куда этот спуск? Ну да, тут меня не было. Меч-трость. Это пока не для нас.
хорошо это. Чего я наделал? Подожди. Я, наверное, дверь открыл под собой. Скорее всего, да. Либо это шорткат. Ну да, я, походу, дверь открыл. Хорошо. Наверное. Сейчас еще схожу, осмотрюсь. Что у нас есть еще? Там эти дуделки. Я не был вон там. Да, меня там точно не было. А, это, наверное, по дереву. Да, это, наверное, по дереву надо подняться. Смогу ли я это сделать отсюда? Подожди, а тут я был? Так, тут я, по-моему, был. Да, тут я был. Тут я был. А, ну тут как раз-таки я могу пойти на дерево это залезть. Бать, пес сливается, блядь, с этой серой массы. Ну туда еще надо сходить. Уже цветочек растет. Или не отсюда все-таки попадаются туда. Хотя, раз здесь враги, то должно быть отсюда. Птихаточки дают. Надо же выделять, конечно, это такое себе. Сделаешь уклонение не в ту сторону, и все. Приплыли. Так, давай посмотрим, может быть, тут костерчик есть. Ну, кто бы был со мной так любезен, да? Пойдем заберем, что там за ништяк лежит. Ну, там явно нас ждут пиздюли. А зачем нам сюда? О, не вижу. Наверное, это просто тупик. Ебанись. Деревце у вас тут. Ну да, сюда уже бесполезно. Бобо-бобо-бобо. Готфри! Ай, нет, стой, Готфри! Готфри! Я как раз таки хотел тебя ебало разбить. Почему ты какой-то желтый? И почему ты такой слабый? Это, наверное, его проекция, это не настоящий год, блин. Оф, последняя оттычка была. Аж залагала, блядь. О, нет, смотри, талисман. Это нормальный год, 80 тысяч. Помойка. Я теперь хочу найти ту женщину и сказать, ну чё? Это всё твой Готфри. Так, у меня есть еще одна сумка, ебать.
Мне кажется, это я двигаюсь уже куда-то дальше, и там мне не надо. О, ништяк. Хотя... А хули мне тут еще надо? Ну да, тут особо ничего-то мне не надо, если честно. Рев, конечно, можно поставить. Рев, усиленные атаки, но это уже когда меч качаю. Пока что... Пока что особо мне особо ничего и не надо, реально. Увеличивает силу атаки при нанесении серии ударов. Что это силу? Так, ну давай возьмем. У меня последняя атака в тычке, типа. Увеличенная это. Атака. На папке все. Да они типа Готфри прислуживают. Ну, прислуживали. Бля, я думал, это важно. А это оказалось не важно. Ну да, собор, он вход в это ебаное дерево. Просто потому что могу. Вон в окно можно пропрыгать. А вот там, где я ходил, кстати, да. Ну, там надо пройти. Ну, мне еще да, тут мне тут еще, блядь, делов. Я ж охрип, блядь. О, костерчик. Здорово. Можно не надо? Ой, ебать, на 200к. Ага. О, я в картинках видел, в заставках видел это место, да? А. Благословение древа Эрт. Давай присядем. Пляги. Увеличить количество. Достигнуто максимум. Но не может быть максимума, если у меня еще есть эти. А если я сделаю вот так? Нихуя не работает. Ладно. Не получилось наебать судьбу. Да. Ну да, там какой-то файт он будет. Типа не, я пока что не хочу туда. Мне тут еще делов. Во-первых, блядь, где восьмые камни? У меня горит очко. Очко. Мне нужны блядские камни. Так, больше нихуя нет? Да, тут больше нихуя. Хотя, вон, смотри, блядь. Это что такое, блядь, колыбель? Детская? Как я могу... Наверное, с той стороны, да, вот как раз с того этого я могу, наверное, туда и попасть. Но это же был не хозяин осколков. Почему мне за него сумку дали? Хотя, опять же, почему я решил, что за хозяина должны дать? Так, это вход в это богохульство, да? Оп. И был таков. Ага. Основы золотого порядка. Это что-то ключевое? Это магия или это просто типа... Не, раз это ключевое, да, какая нахуй магия. Это... Дайте ученому-клирику,
чтобы открыть новую молитву. Да, это молитва слов. Начнем пистануться. Ну я не грешил. Найс. Лук древа Эрт. А вообще, что такое грех здесь? Если я, допустим, этих чемпионов пекла буду по заданию этих ебашить. Как их называют, блядь? Ну, короче, вот как тонешь. Короче, как я, Челиков. Почему здесь только крови? А, Готфри, наверное, здесь. Все? Подожди, а куда я лестницу сбросил? А, вот сюда, да? Ебать, тут, конечно, нихуяшеньки не видно. Ну да. Что здесь? Ага. Ну, блядь, пиздец. Не запрыгиваю. О. Ну, я так понимаю, это бесполезно, да? Надо. Там даже кто-то подох. Угу. Я так думаю, мы сейчас какой-то шорткат сделаем. И опять же, нахуя, если у меня есть этот, блядь. Как его называют? Телепорт. Угу.